Друзья мои, привет! Проходил возле магазина, ну, зашел, естественно, и увидел, там продаются роскошные грибы. Королевские шампиньоны, так и называются. Посмотрите, какая красота. Невероятный запах. Легкие, нежные, такие свежайшие. И что вы думаете, мы сегодня приготовим? Крем-суп из шампиньонов. Готовится очень быстро. Те, кто не готовил никогда, совершенно не переживайте. Это готовится просто вот стремительно и очень легко, элементарно. Главные ингредиенты, пока у меня не было оператора, я уже поставил картошку варить. Залил ее 1,5 литрами воды. Режу шампиньоны. Жарю лук. Из шампиньонов несколько срезов я сделал из серединок. Вот таких вот, чтобы украсить блюдо. Ну, суп украсить, когда он будет готов. При подаче. Еще. Что у меня? Еще у меня крутоны готовы. Крутоны к супу готовятся тоже на раз-два. Посмотрите, какая красота. Посмотрите. Раньше я думал, что крутоны нужно делать из черствого хлеба. Оказалось, нет, совершенно. Оказалось, что из свежего хлебушка получаются шикарные крутоны. А когда хлеб не свежий, они хлеб крошится, они тоже не такие вкусные. Я думал, что сухари, например, к чаю готовят из вчерашнего хлеба, из магазинов собирают черствый хлеб. А потом я выяснил вдруг очень давно, что специально выпекают хлеб с изюмом или с маком, нарезают его и потом готовят сухари. Но мы продолжаем. Где мой нож? О, лучок жарится, смотрите, как пахнет. Шикарно. Мне надо успеть порезать грибы. Грибы нужно резать крупненько, чтобы они не пустили сразу много воды. И обжарить их для того, чтобы они выпустили свой аромат. Жареные грибы пахнут шикарно. На четвертинки такие мелкие грибочки. Если совсем крупные, то на 6-6. У меня четвертинки шикарно получаются. Вот так вот. Смотрите, у нас уже вся подготовка для этого супа уже закончена. Мы уже все сделали. Грибы порезали, картошку поставили вариться, она уже почти сварилась. Обжарим грибы и бросим их в кастрюлю. Очень быстро. Невероятно нежный. Очень легкий. Мне такое чувство, что огня не хватает еще сильнее. Ну, жарится, да. Хорошо. Уже частично подрумянился, лук я добавлю. Грибы. Начну их обжаривать слегка. У кого газ, так гораздо быстрее, конечно. Или индукционная плита. Да, она греет, но... Вот так, скажите. Обжарим. Запахнет волшебно. И продолжим. Ой, как пахнет. Ждем. Да надо ждать, чтобы зарумянился, а потом только переворачивать. Ну вот, наши грибы обжарились, картошка сварилась. Перекладываем их в кастрюлю к картошке. Даем им покипеть. И пока они закипают, можем блендером их измельчить. А вот здесь пожарим наши грибочки. Вот эти вот, которые для украшения. Капелька масла, буквально капелька. И размажем ее грибом по сковородке. Почти без масла их можно поджарить. Вот так вот. Вот так их зарумяним. С обеих сторон. Они отлично украшают при подаче тарелочку с супом.
Вот так вот. Теперь к нашим грибам картошки добавляем 800 грамм сливок. У меня 10%. Ого, у меня богато получилось суп-то. И 5 минут это у нас кипит. В это время мы добавляем соль, кто хочет перец. Ну, кто хочет какие собственные свои специи. Ой, какой нежность какая. Сейчас я добавлю соль и перчиков. Вот еще один. Сейчас он зарумянится и будет красота. Вот столько соли мне хватит сюда. Перчика. Ой, пахнет перчик шикарно. Вот. Ждем закипания. Чуть-чуть покипит и готово. Можно будет подавать. Вот. Вот. Какая красота. Ну вот, друзья, стремительно, просто очень быстро наш роскошный легкий супчик готов. Просто прелесть. Просто красота. Так. Приятного аппетита, друзья мои. Посмотрите, какая красота. Ну, чем не радость, чем не прелесть просто вот. Ну, любо-дорого, на мой взгляд. Кормите своих любимых. Ну-ка, дай попробую. Это роскошно, роскошно. Спасибо за внимание, друзья мои. Спасибо, что смотрите. До свидания. И будьте здоровы. Пока.